Доброе утро! В эфире рубрика «Читай город». Чтение – это очень занимательное и интересное занятие. Однако с этим выражением будут не согласны дети. Ведь все свое свободное время они проводят за компьютером. Так вот, как увлечь ребенка чтением? Все очень просто. Возьмите эти издания, о которых я вам сегодня расскажу, и оставьте на столе у своего ребенка. И результат не заставит себя ждать. Кто не любит сказки? Сказки любят все. Отфрид Пройслер в своем сборнике «Маленькое привидение», «Маленькая баба-яга», «Маленький водяной» рассказывает о чудесных волшебных персонажах, которые любят шалить и выдумывать новые проказы. Вот это издание ваш ребенок, возможно, не читал, однако мультфильм, который сняли по мотивам произведений Крисиды Коуэлл «Как приручить дракона», смотрел. Икин кровожадный Кирасик III – маленький мальчик, которому суждено стать заклинателем драконов и бойцом на мечах. Его народ долгое время воюет с драконами, а Икингу жалко их. Он решает приручить дракона Беззубика, вместе с которым позже пройдет множество испытаний и откроет для себя мир приключений. Следующая книга тоже иллюстрирована. Автор Холли Вебер в своем произведении «Хранители Пенхэллоу. Дерево с секретом» рассказывает о старинном особняке, в который полон тайн. История повествует о девочке Поле, которая нашла в одном дереве мешочек с письмами. Одна из записок зашифрована. Поле очень интересно, что же случилось с теми, кто оставил записки. Но для того, чтобы узнать имя автора, сначала нужно разгадать старинный шифр. Совсем скоро наступит приятная пора – лето. У вас появится много времени, чтобы делать открытия и переживать приключения. Поэтому не теряйте время, читайте волшебные книги от сети книжных магазинов «Читай город». А я вам желаю приятного чтения. С вами была Алена Павлова, рубрика «Читай город». До скорых встреч!